Друзья, добрый день! Меня зовут Юрий Железняков, и в этом видео я расскажу об одной из самых популярных машинок для стрижки Panasonic ER131. Начнем сразу с теста в парикмахерской. Машинка запросто справляется даже с большим объемом волос. Двигатель у нее быстрый, но относительно тихий. Различные насадки позволяют легко выбирать нужную длину. В обзоре будет еще один интересный тест машинки для стрижки. А сейчас давайте рассмотрим ее повнимательнее. Машинка имеет компактные габариты и легкий вес. Всего 105 грамм. Корпус пластиковый. Гладкий, но не скользкий. Форма эргономичная. Особенно мне нравится углубление под большой палец. Важно то, что двигатель у машинки, во-первых, достаточно быстрый, во-вторых, он очень мощный и будет справляться с большими нагрузками. Для примера я покажу, что остановить нож или существенно снизить скорость работы практически невозможно. В-третьих, у машинки ER131 двигатель AC, который обычно применяется в профессиональных машинках. Такой двигатель, в отличие от DC, который, как правило, используется в бытовых моделях, более надежен и неприхотлив. Именно надежность является тем фактором, из-за которого такие машинки часто покупают парикмахерские. Давайте проведем еще один тест и посмотрим, насколько быстро машинка справится с большим объемом волос. На этот раз мы испытаем ее на искусственных волосах. Машинка очень быстро срезает даже такую большую массу волос. Остаточная длина волос 1 мм. После использования не забывайте об обслуживании машинки. Сняв нож, снимается он легко, очищаем его и машинку с помощью щеточки, идущей в комплекте, и смазываем маслом, которое тоже можно найти в коробке ER131. Промывать под водой машинку нельзя. Если не очищать и не смазывать машинку, трение будет повышаться. Машинка будет работать более шумно и не сможет работать на максимальной скорости. Также, для того чтобы машинка работала быстро и эффективно, следите за тем, чтобы аккумулятор был заряжен. Заряжается аккумулятор 8 часов. Время непрерывной работы от аккумулятора 30 минут. Красная лампочка просто показывает, что машинка подключена к зарядному устройству. Когда машинка полностью разрядится, индикатор не погаснет и не изменит свой цвет. Машинка также будет работать и от сети, но при наличии минимального заряда аккумулятора. Аккумуляторы и ножи можно заменить в случае необходимости. Кстати, при работе от сети вас приятно удивит длина кабеля. Такого кабеля хватит для выполнения любых задач. В комплект машинки входят две двойные насадки 3, 6 и 9, 12 мм. Они легко одеваются и плотно сидят. Машинка уже много лет продается, модель по сути не нова, тем проще будет выделить ее сильные и слабые стороны. Плюсы. Очень высокий уровень надежности. Даже в парикмахерских машинки служат долгие годы. Второй момент. Машинка очень хорошо снимает массу. Она мощная. Третье. Отличная эргономика и легкий вес. Машинкой комфортно пользоваться. Ну и четвертое. Действительно доступная цена. Минусы. Они тоже есть. Первый – это долгое время зарядки. Удобнее всего, конечно, ставить на зарядку на ночь, а также машинка может работать от сети. Второй минус – это индикатор заряда. Когда машинка полностью зарядится, он не погаснет и не изменит цвет. Просто заряжайте машинку положенное время. Если у вас уже есть такая машинка, оставляйте комментарии о ней под этим роликом. Ну а если видео показалось вам интересным и полезным, не забудьте поставить лайк
и подписаться на канал. Больше информации о данной машинке вы сможете найти на сайте производителя и plaza-panasonic.ru. Спасибо за ваше внимание.